Есть слияние. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Смотрите. Они моментально просто погибают. Невероятно. Давайте посмотрим, что происходит с их телами. Как они вообще реагируют. Делаю 1000-кратный зум. Так, смотрите, их реснички, с помощью которых они двигаются, уже не работают. Йод реально просто сразу же показал свою невероятную реакцию. Так, ну они не разрушаются. Давайте подождем. Просто интересно, будет ли их оболочка как-то разрушаться или нет. Смотрите, все же происходит какая-то деформация тела этих существ. Давайте я посмотрю, что происходит с другими. Мне кажется, что их мембрана сейчас будет разрываться. Вот это вообще расплющило. Это броуновское движение частиц. Вот сейчас вот движется в разные стороны. Мембрана – это оболочка клетки. То есть у этих одноклеточных есть оболочка, которая удерживает внутреннюю массу, внутренние органеллы. А эти частицы – это, скорее всего, разрушенные инфузории. Их внутренние органы вокруг двигаются. Все погибли. Йод достаточно эффективный оказался.